От 28 евро будет стоить вход на Экспо-2017. Для инвалидов вход сделают бесплатным. По билетам есть определенная градация. Сниженные цены для малообеспеченных семей. Также стоимость может меняться в зависимости от длительности периода абонемента. Последние новости касательно Всемирной выставки озвучили на пресс-конференции в рамках международного форума «Энергия будущего. Сокращение выбросов СО2». В течение 2 дней участники обсудят проблемы изменения климата, инвестирование в проекты по снижению и поглощению выбросов и утилизации отходов. Планируется сформировать проект манифеста ценностей и принципов Экспо-2017, который объединит предложения правительств, компаний, научных и экологических организаций, а также бизнес-структур разных стран по созданию новой модели энергетики. Подготовка к Экспо-2017 идет очень быстро и эффективно. Быстро строятся здания и павильоны. Мы надеемся, что уже к концу следующего года все площади будут построены и начнутся внутренние работы по их заполнению. Я должен сказать, что за все годы моей работы на выставках я еще никогда не видел, чтобы подготовка проходила так успешно и оперативно. По расчетам главы Астана Экспо-2017 Талгата Ермегияева, доход от выставки составит приблизительно 283 миллиона евро. Что касается участников экспозиции, то переговорный процесс уже начали, подчеркнул комиссар Рапиль Жушибаев. По его словам, от имени президента страны по дипломатическим каналам приглашения для участия в Экспо направлены более чем 140 странам. Я как комиссар выставки уже начал свои поездки с приглашениями и заключением договоров по участию на Экспо. Уже около 10 подтверждений от стран мы получили. В следующем году мы посетим более 80 стран и получим подтверждение об их участии. И на 16-й год мы планируем где-то около 30-35 стран еще объехать и пригласить на наш.